Президент Республики Южная Осетия во время встречи со студсоветом Югостинского государственного университета предложил провести воскресный день на горнолыжных склонах Цонского ущелья. Конечно же, все с воодушевлением согласились и собрались еще раз побывать в этом завораживающем всех месте. Песни, живая музыка, даже танцы в автобусе йогу не дали опомниться, как были уже на месте. На склонах десятки любителей экстрима катались уже кто на лыжах, кто на ватрушках. Веселая компания студсовета Юго встретилась с главой государства Алания Анатолием Бибиловым в назначенном месте. Анатолий Ильич, вы вчера нам предложили поехать вот сюда. Спасибо вам огромное. Скажите, пожалуйста, какой зимний вид спорта вам ближе всего? Ну, наверное, после того, как я встал на лыжи, конечно, это горнолыжный спорт. Я просто другого не представляю. Конечно, интересно. Интересен и сноуборд, но все-таки мне больше лыжи по душе. А вам огромное спасибо за то, что согласились, что приехали, еще раз посмотрели, покатались, получили массу удовольствий. Вот, и вы сами смотрите, сколько народу здесь находится, радуется Сазарда и Джабахан, Сасыва Латима, Аршедес, Эма, Ивас, Мдарнагурас, Хуканан, Эма, Алчидар, Ирын. Я так кехурзардел каюе. Ну как без песен на родном языке в столь благословенном месте? И как нельзя кстати звучали слова из песни студентки специальности иностранные языки Марии Кодалаевой, ставшей практически хитом в современной Южной Осетии. Я благодарна судьбе за счастье родиться на этой Богом благословенной земле. Мы со студсоветом отправились на горнолыжный курорт Цон по предложению Анатолия Ильича. Мы с радостью согласились. Впечатления просто потрясающие. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить нашего ректора Вадима Бутазовича за предоставленный транспорт и вообще за предоставленную возможность приехать сюда и провести прекрасное время. Твои впечатления, как тебе здесь? Ну, здесь очень красиво и очень круто на самом деле. В Цон провести с азартом и драйвом свое время едут все, для кого привлекателен зимний пейзаж и зимние виды спорта. Ведь и нынешняя зима выдалась на редкость солнечной и теплой, а в Цон зима в самом разгаре, то, чего не хватает на равнине. И, как всегда, студенты ЮГУ со всеми и всегда на позитиве. Чудесный зимний день. Я желаю всем студентам всего самого наилучшего, достижения целей, чтобы все удачно сдали сессию. Также, пользуясь случаем, хочу поздравить с прошедшими праздниками. Вот. Сегодня отличный день. Думаю, студенты его провели с удовольствием, с большой радостью. Ну, в принципе, как тебе вообще здесь поделись нами впечатлениями? Сегодня? Здесь все замечательно. Прокатился уже? Да, конечно. Я надеюсь, что в будущем это место станет хорошим горнолыжным курортом. Ружен галерчах сок, задафилах мощь.